Я должна блог свой писать. Да, старый друзья. Вконтакте в одноклассниках. Ой, пачки. Тетеньки идут. Вот. Мой видеоблог номер 1209. Рожа, свой долг показывает. Да я рожу всегда показываю. Зачем? Зачем? На камеру. Зачем? Показывай, что ты нормальный. Номер 1209. Вот в храму. Вторая часть. Чё я снимаю влог, но у меня иногда лицо показывает. Ай, блин. Покажи деревья, здание. Это лечебный корпус. Ой, хорошо. Это корпус лечебный. Ой, боже. Не, я, наверное, куда-то его выложила просто. Да и где видно? Опять ты морду сюда? Да нет, это, наверное. Да и где видны к морю? Не парень. Не, ну, в смысле, сумок у меня нет никаких. Я могу ровно снимать. А когда я в центре... Не ворот, когда ты на камеру не ворот. Ты слышишь? Мам, да я знаю. И после, когда у меня в центре я иду, у меня руки заняты двумя сумками. У меня это. Понимаешь? Нет, не понимаю. Краевой блок получается. Вот. Не надо. Мам, там опять Бобик стоит, подписчики. Советский. Еще. СССР стоит машина там. Есть? Вдалеке кипарис? Скажи, лучше. А, вдалеке кипарис, подписчики. Подписчики. Не буду, одно тоже не ворот. Он еще подписчик. Угу. Еще. Батюшки, батюшки мои. Не батюшка. Тебя показывать? Да, конечно. Здесь? А, я. Резкий. Я вон ее с удовольствием вчера слышала. Поймала? Бросила на землю. Она раскололась. Она ее подняла, начала клевать. Ядрушки. Вот здесь крымские ягоды. Не знаю, как они называются. Или съедобная, не знаю. Крымские ягоды написаны. Такие, черные. Но я их боюсь есть, а вдруг они волчьи подписчики. Ой, ты смахал. А какова смерть от волчьей ягоды? Моментально? Понятия не имею. Человек сразу умирает, ты знаешь? Я же понятия не имею. Что здесь такое? Вот здесь такой асфальт раздолбанный, подписчики. Неправильно. Здесь, короче, раздолбанный так, асфальт. Так, Бобик поехал едет, да. Нет. Не знаю, на нашу сторону поедет. Нет, не едет. Не поедет. Он, по-моему, на нашу сторону едет, да, нет? Нет. Не попасть. Есть, кстати, очень соленый воздух, подписчики. Иногда часто пить хочется, когда гуляешь на улице, подписчики. Кстати, здесь хочу сказать вам, очень много ступенек. Если кто будет сюда заезжать, подписчики, очень много ступенек. Надо, если зимой поедете, надо здесь это палки брать. Убьешься сразу. Сюда. Ой, мамочки. Пошли здесь. Здесь такая ваза стоит. Здесь такая ваза, здесь кисенька идет. Кисенька идет, подписчики. Подписчики, кисенька идет. Кисеньку умывает. Красавица, кисеньку умывает. Умница. А здесь кисенька.
Кисенька. Кисенька в отличке. Садишь, что не оставил? Кисенька, можешь тебя потрогать? Ты можешь потрогать? А что скажешь, что он-то? Ой, разрешил потрогать, надо же. Ой, смотри, тыхнул. Я его подговорил, он стыхнулся. Да. Ага. Погладился, он стыхнулся сразу. Здесь на нервно в Крыму лечебные котики. Ага, все впитанные. Ага. Да. Ты чистый, чисто белый. Грязный никакой. Блох никого нет. Не, наверное, эти. Они же, скорее всего, и появитые. Ой, там садовник убирается. Их боятся блохи, да. Поняла. Здесь, скорее всего, на территории санатория их появили, потому что они очень ручные к людям. Блин, надо было, наверное, все-таки все мои 200 рублей собрать. А я тебе сказал, что все, бери все. Которую я на ебле стал. Я тебе говорю, ну хватит. Мама тебе сказала, бери все, что есть. Я сделал все, что есть, и потратил на свои... Мам, только твои, это сейчас отпишутся с меня. Мам, мы в другую сторону пошли. Ну что, гуляем? Поняла. Я там ни разу не в автостране. Чай, ланч май. Ты спускаешься? Ноги не ходят. Блин, я точно с белыми ботинками поеду домой. Да ты уже вот первый снег лежит. Ну да. А ну, плющ! Дикий плющ, подписчики! Дикий плющ! Хоть и плющ! Дикий плющ! Подписчики, дикий плющ! Он под листвой прячется. Да. Смотрите, это, по-моему, можжевельник, подписчики, крымский. Ух ты! Ягода незнакомая. Да. Ну, ягода здесь, подписчики, крымские. Не знаю, незнакомая ягода. На резину не похожа, видите, не такие. Да. Верно, а вдруг нет. Там тупик, это, по-моему, в тупик лестницу ведет. Ну и ладно, пойдем. Посмотрим. Мы гуляем? Да. Не важно тебе. Здесь, кстати, есть за территорией огромный заброшенный санаторий. Полностью. Там около выбиты полностью. Там будут строить новый санаторий. А не новый дом за сервисом. Вот будет. Слушал, 3,9 миллионов стоит дом в Крыму. Да-да. Квартиру в Крыму купить. Угу. Пойдем. Пора садись туда, туда. И больше никуда хуже не. Миша, тупик идет. Да. Там тупик. Никуда больше не идет. Тупик идет, ага. Пойдем, брать. Там да, тупик, ага. Мы никуда уже не пойдем. Угу. Решили там прогуляться по территории. Да. Здесь очень ступеньки крутые. Ну, вот именно как бы ставишь на первый опять туда лезть. Поэтому получилось походить, походить. Да. Да, мы карты дома ставим. Ну, не надо. Не пойдем уже никуда. Вот здесь. Посмотрим. Территорию. А у меня час. Ну, я домой пойду. А, ну час обед. С часа до трех обед. Да. Сиди, видать, здесь сельдь, сиди, нет. Ну да. Территория народа. Заметили, да? Дороже. Туда прошли. Видел, кисеньку потрогал, погладил по голове, она встряхнулась. Угу. Головку свою. Ой. Я опять там тупик тоже, да? Да, вижу, ага. Посидишь? Да. Ладно. Мне так надо. Всем пока-пока. Господи, всем пока-пока.